Кто-то снимает и выкладывает прохождение на YouTube, потому что ему скучно играть одному, и он просто вот хочет, чтобы еще кто-то на это посмотрел. Кто-то снимает и выкладывает прохождение на YouTube, чтобы быть первым в представлении какой-либо игровой новинки, соответственно, хайпануть на этом, собрать как можно большее количество просмотров и как можно больше заработать. Я же снимаю прохождение для вас не только чтобы раскрыть каждую игру на 100%, но чтобы еще оставить некое культурное игровое наследие для последующих поколений истинных геймеров, которое будет не только интересно, но и полезно для них, которое раскроет для них игры, в которые играли мы, которое позволит им знакомиться с истоками, с развитием, с становлением и с историей всей игровой индустрии. Сейчас мы проходим Final Fantasy IX с вами, дорогие друзья, на 100% это часть номер 7. Добро пожаловать! Что же, Зидан заручился поддержкой Штайнера и Виви и отправился на спасение Гарнет в злом лесу. Хотя Штайнер смотрел на него так с прищуром истинного недоверия и подозрения, он не мог не отметить, что у Зидана все-таки есть такое горячее рвение, стремление как можно скорее помочь принцессе Гарнет. Но все же Штайнер был непреклонен пока что в своем мнении в отношении Зидана. И, друзья, прежде чем мы сейчас пойдем дальше, есть еще несколько дел. Давайте вернемся. Вот смотрите, мы прошли целых два экрана, даже теперь целых три экрана, и не было ни одного боя. Вот в Final Fantasy X немыслимо такого представить. Мы бы посражались уже раз пять, и когда мы пошли бы обратно, так же это было. Вот в этом мне Final Fantasy IX нравится больше. Так, там у нас играет оркестр, и давайте поговорим с ними, что они нам сейчас скажут. Дирижером нельзя. Играть на цимбалах не так просто, как это выглядит со стороны. Звучит неплохо, да? Звучит просто великолепно. Мне нравится играть марши, они так воодушевляют. Во, я только хотел сказать, что они отлично подобрали мелодию для этой ситуации. Они играют такой торжественный марш. Мы помним, что он был на церемонии вступления Руфуса в должность президента Шинра. И, конечно, это воодушевляет. Да, в этом лесу. Брум-брум-брум. И поехали опять. Так, что я хотел еще вам рассказать, друзья. Нам перед тем, как мы отправимся в следующую локацию, даже через локацию, там нужно будет покупать предметы. Да, хорошо бы запастись валютой. Мы получили 10 тысяч в замке Александрии. Как еще легко можно нафармить денег? Вот тут есть цветок, у которого можно красть палатки, и они очень хорошо продаются. Посмотрите, я не так много их украл, пока что 17. Зелье у меня было 99, я уже продал часть, чтобы дальше можно было их накапливать и продавать. И вот смотрите, палатки продаются аж по 400 гирий. То есть, продав, допустим, даже 5 палаток, мы получаем аж 2000. Что для начала вообще очень хорошо. Так, сейчас у нас... Давайте, да, посмотрим на наш статус сейчас всех персонажей. Я немного еще покачался. Довел Штайнера и Виви до 10 уровня. Зидан уже 13, соответственно. И 37 тысяч гилей и 21 час игрового времени затрачено на это все. Подумал, что еще можно показывать. Решил, что буду отдыхать у каждого мугла в игре. Очень интересно смотреть, где они размещают палатку. И очень интересно смотреть, как локации меняются на ночные. Поэтому давайте отдохнем. Вот так вот выходишь из палатки, и там сразу лужа. Главное не промочить ноги. На всякий случай проверим. Идем дальше. По монстрам, друзья. Значит, у нас здесь встречалось три монстра. Гоблин, клык и цветок. Вот этот большой. Я точно его название не помню. Сейчас вместе вспомню.
Примечательно, что у клыка, у гоблина мы можем украсть только зелье, а у клыка мы можем украсть аж 4 предмета: зелье, сильное зелье, пух феникса и перо феникса. Вот перо феникса очень сложно украсть за все время, как вы видите. Так, вот, 4 штуки. Я всего стащил. Но вы знали вообще, что у клыка в злом лесу находится перо феникса? Вспомните, где мы его получим впервые, если не здесь. А вот в самом начале, да, можно получить. Я хочу встретить этого цветка. Показать, что у него мы можем украсть палатку, глазные капли и руду. Вот он. Так, атака сзади, поэтому, скорее всего, он сейчас нас ослепит. Успеет это сделать. Посмотрите, как Штайнер бежит. О! А так можно было? Он же должен был гарантированно атаковать первым. Ведь атака сзади, у него шкала Active Time Battle, по идее, должна была полностью быть заполнена, но... Вот, успели сбежать. Финалка не перестает удивлять даже на 10-м и на 20-м прохождении. Потому что игра гениальная, друзья. И все в ней, соответственно, гениально. Да, глазные капли. В предыдущих частях этот предмет назывался прозрение. Переводчики немного подправили. Они тщательно продолжают работать над своим переводом. Он и так прекрасный, но делать его еще совершеннее и лучше. Сегодня, кстати, вот в день записи этой части у них день релиза, и ссылку на этот перевод я оставлю в описании под первой частью прохождения, так что вы сможете все его использовать. Так, все ослепнем. Ну ничего, нам все равно предстоит отдых. Так, смотрим. Значит, Дендробиум несет руду, палатку и глазные капли. Ну вот у них очень хорошо ворвутся палатки, да. Поэтому я всегда перед тем, как это ворвутся, делаю это. Во-первых, для нас это очень хороший предмет, он нужный. Не придется тратить аж по 800 на его покупку. Ну и продавать их можно очень хорошо. Штайнера битва просто смело даже в его тяжелых доспехах. Представьте, какая сила. Вообще представьте такого огромного гиганта цветка встретить в этом лесу, когда вокруг сплошная тишина, и вот он так выплывает откуда-то из-за дерева, покачивая своими вот этими лепестками. Это не очень. Так, здесь отдохнем, посмотрим, где палатку могут ставить здесь. Под журчание этого целебного источника, представьте, как хорошо засыпается. Сохранимся. Здесь не зря рекомендуют сохранить игру, потому что впереди нас ждет первый серьезный босс, о котором мы услышим впервые мелодию битвы, которая звучит на боссах. Мы слышали обычную мелодию. Посмотрите, там вот камыши. И такой синий лунный свет. Классно. Так, ты хочешь нас ослепить перед последним боем? Это не критично, потому что последний босс все равно будет делать слепоту, да, и у нас она тем более еще осталась предыдущего раза. Палатка с первого раза. Она чаще здесь воруется первой, чем глазные капли.
Я помню, была Snake Capria, в том переводе, который я проходил на PlayStation, назывались Gale Capria. Мы тогда не понимали вообще, что это за предмет, для чего он нужен, и прозвали их тогда спонтанно глянцевые капли. Так они до сих пор для меня глянцевые, значит, закапаем. Снимем со всех слепоту и пойдем дальше. Так, тут, друзья, какая-то рябь прошла по той самой реке, на которую я просил вас обратить внимание. И посмотрите, мы видим хозяина злого леса. Вот корни, исходящие из него. Жуткое и страшное растение. Много корней от него исходит, кажется, он... Его корневая система проходит под всем злым лесом и переплетается с корнями деревьев, которые здесь растут. Так. Непосредственно перед входом в его логово выпал еще один цветок. Зидан быстро, так сказать, подрезал его стебель. Заходим сюда, и что мы видим? Да, принцесса там приготовлена. Вон она! На заклании. Мы успеваем. А вот и хозяин леса. Принцесса! Не лезь в это, оборванец! Александрия будет опозорена, если принцессу спасет какой-то бандит. Думаешь, справишься в одиночку? Виви, давай отметелим его. Штанин у нас прокачан так, что я думаю, он бы справился в одиночку. Но не в этом суть. Конечно, все трое отважно начинают, вступают в бой, начинают спасать принцессу Гарнет. А хоть она сейчас будет транс, это круто, но обязательно вам нужно украсть вначале глазные капли. Так сразу причиняют слепоту. Теперь в паре Виви и Штайнер. Виви и Штайнер — это персонажи, которые постоянно у меня присутствуют в группе. Со вторым предметом в руке может быть задержка по краже. Да, транс. Будем, значит, трансом красить. Королева Роя. Так называется этот босс. Да, Зидан, Штайнер и Виви — постоянные члены группы. Вот здесь у каждого, наверное, понял, Fantasy 9 своя группа. Всего здесь 8 персонажей, которые мы можем играть на постоянной основе в группе у нас. И вот эти двое у меня всегда присутствуют. Но укради. Нет. Все-таки, значит, придется не использовать транс. Хотя, бланк, фух, я как раз вовремя. В сторону, я позабочусь о ней. Я бы хотел как раз продемонстрировать второе умение из транса Зидана, поэтому я, наверное, не буду пойдет то, что нужно. Последний предмет. Так, ну ты пока можешь делать фокус. Штайнер станет защиту. Это еще все просто, друзья. А вот эти все кражи — это детский лепет. Дальше будут бои, когда действительно часами. Нам иногда придется украсть нужный предмет. Так, пора лечить Зидана. Отлично, украли на железный шлем. Все, тогда делаем волну пламени. Мы делали эту способность первый раз, так как она бы повредила Гарнет. А сейчас можем посмотреть, как это выглядит. Уместно, что именно Зидан в трансе сокрушил главного злодея леса.
помните фразу о том, что те, кто заходят в этот лес, не выходят из него и не возвращаются? Может быть, потому что как раз монстры тащили их вот сюда, к королеве Роя. Так, получаем зелье Феникса. Принцесса, пожалуйста, держитесь. Зидан, лекарство, скорее. Принцесса, постарайтесь допить до конца. Она поправится? О боже, ну что еще? Черт, нас окружают! Надо сваливать. Бегите! А ты чего ждешь? Виви не готов к таким испытаниям, да, немного неуклюж. Но мы видим, друзья, что на месте, где была королева Роя, оттуда полезли порождения ее. И вот это место, где можно, собственно, хорошо прокачаться, если вы до этого это не сделали. Это место, где враги бесконечно прибывают и прибывают. Давайте посмотрим, что можно украсть у растения пауков. Ладно, в этом бою закончим. Все любители финалок, конечно же, вспомнят параллельные подобные места в других финалках. Например, в седьмой части, помните, в метро постоянно бежали стражники Шинра, и можно было тоже сражаться бесконечно. В десятой части чешуйки Сина, тоже с ними можно сражаться бесконечно. Прокачиваться нам не нужно, мы прокачаны, только давайте посмотрим на железный шлем, если нужно его экипируем. Только что мы его украли. Шлем сделан из железа. Вот иногда нужен прям кэп 80 уровня. Зоркий глаз и обучение. Получаем две целые способности для штайнера. Так, сейчас мы их активируем. Обучение дает... Персонаж получает больше опыта за победу в бою. Зоркий глаз у нас уже не хватает, оно предотвращает слепоту. Нам нужно еще две обилки. Либо можно что-то снять, вот так, и активировать. Но давайте посмотрим. Нет, я думаю, что... Просто подождем, пока у нас появятся дополнительные способности. Надо снять слепоту с наших друзей. И... также можно полечить всех. Я не знаю, можно ли вернуться на предыдущий экран. Сейчас попробуем это проверить. Я сюда пошел. Давайте посмотрим, что несут эти монстры. Ну, у них у растения паука. Я помню, что руда есть, зелье есть и, по-моему, прозрение еще. Сейчас узнаем. Сильное зелье, руда и просто зелье. Значит, не прозрение, а сильное зелье еще. Ничего себе, крита отвесили с дану, у которого 13 уровень. Вы забыли, кого бояться надо, ребят, вы что? Или решили просто показать, на что вы способны, так и попадете в седьмую часть 100% прохождения. Ну ладно. Да, похоже, мы не сможем туда пройти. Я сейчас вот давлю направление движения соответствующее, и сразу, видите, начинает с собой. У Виви сейчас будет транс, если на всех сделают. Только не на всех. Да, мы даже не успеем использовать. Значит, расскажу про транс у Виви и у Штайнера. Виви вообще классный персонаж, и транс у него тоже классную способность добавляет. Это дополнительный каст, то есть он сможет кастовать магию за ход не раз, а целых два. У
Штайнера же увеличивается физическая атака очень сильно при трансе. Лучше бить просто обычной атакой, а не способностями. У Зидана появляются отдельные способности, которые мы с вами уже видели. Так, ну что, медлить нельзя было. Наши друзья понимали, что этих порождений королевы Роя становится все больше. И если задерживаться и не бежать, они просто окружат их и численностью задавят. А ну-ка, Вики, давай-ка покажу четверых одним кастом, как делать. О, да, это отлично. Но мы пригодились для кое-какого квеста. Лесу Биби приобретал свои первые капли решительности. Он смотрел, как решительно действует Зидан, как яростно Штайнер предан долгу, но и это придавало ему уверенности кастовать его сильные заклинания с политиками. Бегут до леса, и Зидан что-то замечает. Ты чего? Что-то не так. О чем ты? Весь лес гонится за нами. Бланк, позаботься об остальных. Что он хотел этим сказать? А вот что. Порождений становилось все больше. Они вылезали из-за каждого дерева, из-за каждого куста. Но поскольку королева была уже мертва, лес резко начал окаменевать, посмотрите, вместе со всеми порождениями, деревьями. Одно из них схватило Бланка. Считанные секунды. Бланк понимал, что ему уже не вырваться. Он успевает бросить карту континента Зидана. И сейчас, друзья, в этой заставке мы впервые знакомимся с выдающейся ловкостью нашего главного героя. Посмотрите просто. Все еще плохо себя чувствовала. Для нее все это происходило как в бреду. Но Штайнер заботливо держал ее на руках. Мы потеряли Бланка. Бланк! Бланк. Зидан не мог поверить. А что случилось со всеми остальными, кто остался там на корабле-театре? Наши герои устроили привал. Нужно было где-то переночевать и подождать, пока силы вернутся к прекрасной принцессе. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Такой фразой Виви нарушил молчание, которое на какое-то время затянулось у костра. Это все его вина! Нечего сказать, ты негодяй! Ох! Принцесса? Штайнер?
Что случилось? Это ты вынес меня из леса? Мой священный долг защищать его высочество любой ценой. О чем ты говоришь? Это магия Виви и мой кортик вытащили вас оттуда, принцесса. Благодарю вас обоих. Эта обезьяна недостойна похвалы. Ничего бы этого не произошло, если бы ты со своей шайкой не похитил принцессу. И как, после всего, ты смеешь говорить, что спас ее? Когда мы вернемся в Александрию, я... Штайнер. Я покинула замок по собственной воле. Какое совпадение. Мы собирались ее похитить, но она сама хотела сбежать. Это невозможно. Это правда. Ну, что скажешь, железяка? Теперь мы друзья. Ладно, давайте насладимся этим пикником, пока он не закончился. Пикником? Ты идиот! Уверен, даже тебе известно, что такое мгла. Она порождает жутких монстров. Кроме того, может заразить злом тело и разум. Ваше высочество, мы должны немедленно покинуть это место. Ты издеваешься? У нее нет сил даже, чтобы встать. Молчать! Тебя вообще никто не спрашивает. Ладно, тогда скажи, как ты планируешь выбраться отсюда? Мы находимся в долине, окруженной высокими скалами. И вдобавок ко всему я слышал, что северные и южные врата перекрыты. Ага, так я и думал. Принцесса сейчас едва может ходить. Ты сам через это прошел, должен знать. Я думаю, нам всем надо отдохнуть тут немного. Я не стану слушать такого... Штайнер! Каков твой священный долг? Защищать принцессу Гарнет Тил Александрос, конечно же. Ну хорошо. Пока принцесса отдыхает, я буду охранять это место. Вот и славно. Виви, давай немного поспим. Как самочувствие? Хорошо, благодаря тому лекарству, которое ты мне дал. Неужели все превратилось в камень? Да, я тоже был крайне удивлен. После того, как мы уничтожили того монстра растения, лес полностью окаменел. Виви сказал, что нам удалось спастись благодаря твоему другу. Его зовут Бланк. Мы должны ему помочь. Сейчас мы ничего не сможем сделать. Но как же? Мы обязательно вернемся за ним. Я уверен, есть способ избавить его от окаменения. Нам пора в путь. Судя по карте, которую дал Бланк, к югу отсюда находится пещера. Может, мы сможем подняться над мглой через эту пещеру? Вы в порядке, принцесса? Все будет хорошо. Доверьтесь мне. Глядите, что-то приближается. И вот тут запоздал и Монти. Подождите, Купо. Он спасся. Деловой на своих крылышках вылетел из леса. Я впечатлен, Купо. Впервые вижу, чтобы кому-то удалось выбраться из злого леса. Вы должны быть очень сильны, Купо. Но не будьте самоуверены, Купо. Впереди вас ждет множество более опасных монстров. Перед тем, как вы отправитесь в путь, Мокстер научит вас кое-чему. Штайнер там, похоже, прикорнул. Так, и мы с вами переходим к обязательному обучению. Эй, братишка, чему ты сегодня меня научишь? В моем переводе было «Эй, бро». Многим интересным вещам. Тебе понравится сегодняшний урок? Под моим переводом я подразумеваю первый, самый первый перевод на PlayStation, когда я впервые проходил игру. Ну давайте познакомимся с основами. Помощь.
Увидишь такой значок в меню, нажми Select, и я приду на помощь в любое время. Когда поймешь, что я больше не нужен, нажми его снова, чтобы я смог отдохнуть. Я очень занятой, Мугл, так что не тревожь меня по пустякам. Сражение. Сперва давай пройдемся по управлению в бою. Основные клавиши боя. Ну, понятно. Подтверждение выбора, отмена переключения на персонажа, заполненной шкалой БРВ. Удерживай, чтобы скрыть интерфейс. Окей. Выбрать одну или несколько целей, пауза, включить или выключить помощь. Все это известно и давно используется. Давай поговорим о шкале БРВ, которая Active Time Battle называется. БРВ означает битвы в реальном времени. Она управляет временем в бою. Есть два режима БРВ, активный и режим ожидания. Ты можешь выбрать более подходящий тебе меню настроек. Не ждать. Система реального времени. Время не останавливается в бою. Не ждать игрока. Время останавливается, пока ты выбираешь магию или предмет из инвентаря. Я всегда играю на не ждать, то есть чтобы быстро действовать. Например, когда ход к нам перешел, пока мы выбираем команду, у противника шкала тоже наполняется, он может ходить. Чем дольше вы будете выбирать, тем больше он может раз походить. Поэтому надо быстро действовать. Но так интереснее просто. Для новичков подойдет режим ожидания. То есть, когда вы зашли в меню команды что-то выбирать, шкала у противника не заполняется. О, ну тут как раз об этом, да. Если ты новичок в игре, советую выбрать режим ожидания. Активный режим для более продвинутых игроков. Давай поговорим об очках урона. Во время боя появляются различные числа и обозначения, когда изменяются твои очки здоровья и очки маны. Числа могут быть двух цветов. Очки урона. Изменение очков здоровья. Белые цифры означают снижение, зеленые цифры – восстановление очков здоровья. Ну, соответственно, также про ману. Уточнение урона, когда ты промахнулся. Промах – крит, мы видели, нам выдал противник. Когда ты наносишь больше урона, чем обычно. Умер, когда ты погиб. И защита, когда любые атаки безрезультатные. И, наконец, я дам тебе пару советов про боевой порядок. Боевой порядок определяет не только очередность атаки, но и позицию на поле боя. Существуют две боевые позиции – передняя линия и задняя линия. Передняя и задняя линии. Персонажи на передней линии наносят больше урона противникам прямыми атаками, но сами получают больше урона в ответ. Вот букву «И» нужно убрать. Персонажи на задней линии наносят меньше урона противникам прямыми атаками, но и полученный урон значительно меньше. Ты можешь установить боевой порядок персонажей в меню «Расстановка». Ты можешь переключиться между передней и задней линиями во время боя, выбрав смену позиции. Если ты используешь магию или дальнобольное оружие, то урон с задней линии такой же, как с передней. В тяжелых битвах правильный выбор боевой позиции может спасти тебе жизнь. Так, вроде про сражение и всякое такое, все рассказал. Способности. Способности – особые возможности, которыми обладает персонаж. Если будешь мудро их использовать, то сможешь одержать великие победы. Существует множество различных способностей, но все они делятся на две категории. Первая категория – умения. Магия и особые атаки. Их использование расходуют очки маны. И вторая категория – навыки. Различные вспомогательные способности, для их активации нужны волшебные самоцветы. Чтобы использовать магию и особые атаки, тебе нужны очки маны. Максимальное значение очков маны растет с повышением твоего уровня. Навыки активируются при помощи волшебных самоцветов. Как и очки маны, количество этих камней растет с повышением уровня. В меню отображается максимальное и оставшееся число самоцветов. Волшебные самоцветы, остаток, уменьшается по мере изучения навыков. Максимум повышается с ростом твоего уровня. Примечательно, что в игре Final Fantasy IX у каждого свое количество вот этих самоцветов. Не может быть так, что у всех их 99. И это тоже классно. Для переключения навыков выбери в меню пункт способности, а затем выбрать. Волшебные самоцветы помещаются в особые ячейки, расположенные возле каждого навыка. На экране способности ты можешь посмотреть, какие из них сейчас используются. Состояние навыка не используется, и когда подсвечен, не используется. Давай поговорим, как изучать навыки. Навыки привязаны к определенным предметам снаряжения. Экипируй их, чтобы начать изучение. Большинство предметов содержат в себе особую мощь, раскрывающую твои врожденные способности. Можно сказать, что они высвобождают твои скрытые таланты.
Выбери «Экипировать» в меню, чтобы узнать, какие навыки ты приобретешь, надев данный предмет. Навыки, которые невозможно выучить, выделены серым цветом. Об изучении навыков. Если красный можно выучить, зеленый тоже можно выучить, красный это активный, это пассивный, и темные нельзя выучить. Способности предмета становятся доступными сразу после экипировки, но исчезают, как только ты его снимешь. Для применения навыков без предметов ты должен изучать их, накапливая очки способностей. ОС, ты получаешь ОС в конце каждого боя. Шкала очков способностей. Персонаж получил достаточно ОС, чтобы использовать навык без экипированного предмета. Когда он изучен, мы видим на шкале 3 звезды. И вот прогресс, мы видим, персонажу нужно экипировать предмет, чтобы использовать навык для накопления нужного числа ОС. Нажми А в меню статус, чтобы посмотреть изученные навыки. Для каждого навыка требуется определенное количество ОС. Транс. Когда ты входишь в транс, то преображаешься. Твоя сила резко увеличивается, пока ты в трансе. Помимо огромной силы, ты также можешь использовать новые боевые приемы. Ты будешь поражен, насколько сильно изменяет тебя транс. Запомни о трансе следующее. Транс – это первая шкала транса заполняется, если противник наносит персонажу урон. Вторая шкала транса не заполняется, если персонаж получает урон от членов своей команды. Третья, если ты превращаешься в зомби, шкала транса обнуляется. И четвертая, когда шкала транса полностью заполняется, начинается самое веселое. Обратили ли вы, друзья, внимание, что в трансе персонажи имеют разные цвета? Зидан становится красным, в то время как Виви и Штайнер, я вот не помню, Штайнер входил в транс на записи или нет, но Виви вот входил в этой части, он был синим. Это тоже не случайно. Почему? Поймете позже. Условия прекращения действия... Намного позже, ближе к концу игры. Условия прекращения действия транса. В конце боя действие транса прекращается. Во время боя любые действия в состоянии транса расходуют его шкалу. Можно сказать, что ты впадаешь в транс благодаря твоему противнику. Негативная энергия атак противника пробуждает транс. Вот почему ты не впадаешь в транс, если тебя атакуют свои же члены команды. Кстати, я слышал, что есть некая способность, которая позволяет тебе быстрее достичь состояния транса. Уровень шкалы транса ты можешь посмотреть как в бою, так и во вкладке «Статус», расположенной в главном меню. К сожалению, не каждый персонаж может достичь состояния транса. Думаю, что транс только для избранных. Но если тут уточнить, то все наши постоянные персонажи могут получать транса, такие временные, как Бланк, например, который был с нами, да, у них транса нет. Хотя, возможно, все это просто сказки, я еще не видел никого, кто бы достиг состояния транса. Значки, появляющиеся над головой. Во время путешествия тебе будут попадаться различные подозрительные места и предметы. В этот момент над твоей головой будут появляться особые знаки. Нажми А, когда увидишь такой знак, и посмотри, что произойдет. Такие знаки появляются часто, так что будь внимателен. Есть и такие места, где ты сам можешь потеряться. Если такое случится, вызови значок «Я здесь». Нажми Select, чтобы его вызвать. Ты можешь вызвать этот значок в любое время, нажав Select. Ты можешь включить или выключить его во вкладке «Настройки» основного меню. Муглы. Ты встретишь наших друзей-муглов по всему свету. Поговори с ними, если тебе будет нужна помощь. Вот чем они тебе могут помочь. Что могут муглы? Записать сохранение игры. Палатка. Отдых, использующий палатку, чтобы восстановить очки здоровья и очки маны всем членам команды и убрать некоторые негативные состояния. И МОК-сеть. Почтовая служба муглов. Как-то так. К сожалению, не везде можно использовать палатку или записать игру. Если ты нажмешь крестик, когда путешествуешь по миру, Мугло придет тебе на помощь. Кстати, ну вообще не крестик, а квадрат. Здесь просто на джойстике это крестик, да. Икс, точнее. Кстати, если ты будешь часто его вызывать, он может разозлиться. Смотри, не переборщи. Я уже все знаю, спасибо. Теперь я знаю все. Это точно. У меня для вас подарок, Купо. Возьмите эту флейту. Получена флейта муглов. Вот, своими такими дивными ручонками передал нам, так прикольно. С ее помощью вы можете вызвать меня в любой точке карты мира, Купо. Нажмите квадрат, чтобы сыграть. У них такой классный мех вот здесь, на грудке у муглов.
Удачного путешествия, Купо. Большое спасибо. Муглы очень добрые, но они в то же время... Они вроде как бы такие милые детские персонажи, но серьезные, настолько классные парни. Купо-по. Пока. Ты еще кто? Где все? Твои друзья уже ушли, Купо. Принцесса, подождите! И мы с вами попадаем на карту мира. Туманный континент. Так. Да, его бы тоже можно было перевести. Вот эта локация Злого Леса. Посмотрите, насколько он огромен, какую он площадь занимает по карте мира. Помните, я говорил, да, что если в центре встать и посмотреть над ним, то всюду будут верхушки деревьев. Войти мы не можем, все окаменело, прохода нет. К нам в группу добавилась самая нежная, милая и прекрасная принцесса Гарнет. Нужно расставить персонажа. Я поставлю вот сейчас, как обычно это делаю, стан первый. Затем пусть будет Виви, Штайнер и Гарнет. Вот так пока. У Гарнет всего лишь первый уровень. 40 тысяч у нас есть. Нужно сейчас всех снарядить и начать ее прокачивать. Так, жезл. Боевой жезл. Шелковая рубашка. Да, у нас уже была. Из оружия пока только жезл. Так, надеваем ей кожаную шляпу. От нее она ничего не может выучить. На ней только огонь есть, это для Виви. Наручи также ничего. Так, а ну-ка. И вот лунный камень даст изучение покрова. Пусть учит по поводу шляпы. У всех кожаная шляпа, да? А, у нас еще есть кожаные наручи. На них есть убийца зверей. Вряд ли Гарнет может овладеть этим навыком. Да, не может. И все же я... Хотя, ладно, обычные наручи поставлю. Хотел ей поставить, потому что у нее первый уровень, но... Не так нормально. Так, хорошо. Ну, не так много она сейчас может учить. Зато от жезла лечат лечение, панацею и защиту. Так, посмотрим на ее способности. Она владеет призывом... Идолонов. Сейчас есть Шива, Эфрит, Атомас, Один и Бахамут. Но ни на одного из них нам не хватает маны пока что. В этом прохождении, друзья, я думаю, что я покажу вам их использование. Вначале вообще так задумано в Final Fantasy 9, что мы сразу не можем их использовать. Сначала нам не хватает на них маны. А потом некоторое время мы не сможем их использовать в принципе. Но в этом прохождении мы их используем еще. До того, как мы их не сможем использовать. Да, будет интересно. Хорошо. Давайте почитаем. Шива наносит повреждения льдом. Эфрит огнем. Атома снижает очки здоровья всех противников. Повреждения зависят от очков здоровья цели. Вот я долго не понимал, когда первый раз проходил, как работает Атома. То есть чем больше... у противника жизни, допустим, 20 тысяч, значит, Атомас нанесет там 9999 урона. Если у него там 20 жизней, то нанесет 9 урона всего. Ну, там пропорционально, да, его здоровью. Один убивает всех противников, но может промахиваться. И Бахамут наносит нестихийные повреждения всем противникам. Лечение восстанавливает очки здоровья одной или нескольким целям. Панацея устраняет яд и отравление. Покров снижает повреждения от магических атак. И защита снижает повреждения от физических атак. Так, Гарнет надо активировать еще вот эти способности, если какие-то есть. Нет, пока что никаких нету. Окей. Виви вообще интересный персонаж, у него тут настолько уникальные его способности, мне очень нравятся, они ни у кого таких нет. У каждого есть какие-то свои уникальные, но у Виви их там прям хватает. Посмотрите на карту. Эта карта не мира, эта карта пока что всего лишь одного континента. Чем-то напоминает Австралию, но отдаленно. Так, друзья.
начнем наше путешествие, будем знакомиться с монстрами, которые нам попадаются на карте мира. Вот здесь сразу следующая локация, ледяная пещера, но мы в нее пока, конечно же, не пойдем. Давайте попутешествуем. Нужно прокачать Гарнет. И узнать, что по предметам местных противников этого монстра зовут Нил. Имеет зелье. И все. То есть вообще никакой ценности не представляет. Физическая атака у Гарнет, ее просто нет. Вы сами видели. Белый мар. Так что. Они своим хвостом мощно могут запулить камнем, да. Штайнеру чуть не пробили доспехи на 16. Так, сразу левел. Она Гарнет сейчас будет расти активно. И вот сейчас. Сейчас для принцессы было все настолько в диковину и непривычно. Для Зидана, который живет путешествиями, который, как я говорил, любит свободу, это его привычная среда. Путешествовать по карте мира, ну, он делал это, как говорится, всю жизнь. А Гарнет, которая всю жизнь жила в тепличных условиях Александрийского замка, в своей теплой, обустроенной по самым высшим стандартам комнате, и подносили завтраки, у нее всегда была лучшая одежда и все остальное, оказаться здесь, в диких условиях, на карте мира, где не только всего этого нет, но еще и просто наводнено все монстрами, которых Зидан, кстати, очень уверенно щелкал своими кинжалами, как орехи. Вот это все для нее было просто целым новым миром, который открывался прямо сейчас, в этом путешествии. Так, надо посмотреть, что там по шкале боя, кстати говоря. Сейчас посмотрим. Сейчас стоит ожидание. Вот у них хвост, казалось, мягкий, но набалдажник был твердый, как камень, поэтому удар хвоста, как будто удар булавой сейчас ощутил Зидан. Ну что, постройки. Ждать игрока, не надо меня ждать. Не надо меня убивать, а то я... Кто-то жалуется, говорит, ты сильно перекачиваешься. Вот. Бейте меня сильно перекачанного. Друзья, прохождение, где не сильно перекачивают, вагон и тележка, так что можете там, да, они, наоборот, хочется показать, что в том числе это прокачка, что в других прохождениях не достигалось. Так, вот здесь мы, смотрите, подходим к одним из врат. Нет, если пока атаковать сразу двоих, то какой бы красный ни сделали, они сразу погибают. Зайдем в северные врата. Где мы?
Насколько я знаю, это Северные Врата. Они разделяют территорию Бурмеции и Александрии. Это место вроде зовется Аркой Мельды или вроде того. Свежие следы, а вон виднеется дымок. Здесь явно кто-то живет. Этот флаг. Это военный стяг Александрии. Да как они смеют совершать преступления от лица Александрии? При иных обстоятельствах я бы арестовал их и наказал по всей строгости закона. Давайте уйдем отсюда. Пещера находится чуть восточнее. Так, ну прежде чем мы уйдем, исследуем все. На этом континенте, друзья, все королевства, они разделены системой врат. Южные, северные врата. И, во-первых, каждые врата — это уникальная локация, которая мне очень нравится. Ну, посмотрите на этот, здесь, кстати, довольно ветрено, на этот переход. И знаете, по моим ощущениям, вот эти вот места, где врата расположены, это места такого умиротворения. Кажется, время здесь идет медленнее в несколько раз. Но представьте, если, например, в городе, где ритм жизни бурный такой, вы просыпаетесь, куда-то двигаетесь, что-то происходит, день пролетает очень быстро. Здесь же, на вратах, все так размеренно. Здесь время, ну, по ощущению, понятно, что оно идет не медленнее, но по ощущению идет как будто медленнее. Особенно это южных врат касается. Здесь на северных, ну, может, еще не так, а вот на южных там так все умиротворенно, так плавно, неспешно, нет какой-то суеты. И в этом есть своя прелесть. Когда на южных вратах будем, вспомните еще, пожалуйста, об этом. Так, а сейчас давайте тут все исследуем. Если ничего не делать, ничего не будет, прислушаемся. Я слышу голоса людей и что-то похожее на звон металла. Позвать кого-нибудь. Есть кто? Да. Ух ты! Это девушка. Какой сексуальный голос. Ну, Зидан сразу пришел в форму. Ну, в принципе, всегда в форме. Для милых дам свеж не по годам. Что ты делаешь в таком месте? Я продаю зелья. Ничего себе. Местечко явно не хлебное. Если хочешь, я помогу. Минутку. Со мной же принцесса Гарнет. Да, вот тут через свою натуру он даже на момент забыл, что с ним Гарнет. Вовремя себя одернул. Ну тогда... Вначале не покупать. Ничего не происходит. А теперь купим зелье. Хотя, конечно, они нам не нужны. У нас их в любом случае будет 99. Да и редко используются обычные зелья. Но я их докуплю для того, чтобы кое-что показать. Я их докуплю до максимума. Аж на 1300 гилий. Во-первых, помогли девушке с сексуальным голосом, а во-вторых, вот здесь, друзья, в сундуке зелье. Но если у нас 99 зелий, то нет места в инвентаре для зелья. Вот такое сообщение. Хотел вам его показать, а теперь используем зелье и возьмем его из сундука. И еще глянцевые капли. Так. Все, два сундука и возможность купить зелий. Это то, что нам доступно на северных вратах. Пойдем дальше исследовать. Можно менять угол камеры. Тут сейчас не очень видно, что горы. Можно делать вид больше сверху, а можно, чтобы больше просматривалась панорама. Новые монстры. Питоны. Рубит. Посмотрим, что можно украсть у питонов. Перо феникса и сильное зелье. А также руду и обычное зелье. Аж 4 предмета. Во как.
двигались наши герои по просторам, иногда устраивая привал и разводя костер, как они это сделали тогда, выйдя из злого леса. Тоже довольно уютная, хоть и в дикой местности, но уютная сцена. Мне нравится она очень, друзья. Так, давайте в лесу посражаемся. Смотрим, как выглядит локация. И начнем кастовать Гарнет. Что-то из ее способностей белого мага. Смотреть, как они выглядят. Лечение пока не нужно. Давайте сделаем защиту. Примерно Зидана. Так вот, покажем ему свое расположение. Она действует временно, но пока действует, видим, что Зидан, соответственно, сияет оттенком, которым сияет еще. В конце боя нам показывает сцену. Ну, вначале всех, а потом того, кто завершил бой. Вот сейчас Виви завершил, и мы его увидели. Я не могу не петь просто Melodies of Life под эту мелодию. Насколько она тоже классная здесь мелодия на карте мира. Очень хорошая. Так, сделаем в этот раз покров. Дает магическую защиту, они даже ничего не кастуют, да, в принципе, ну, вообще она не нужна против них. Но магическая защита дает такое синее сияние. Гарнет может всех сразу лечить своей способностью лечения, очень удобно. Посмотрите, она когда кастует, может, обратили внимание. Она так ножками как, ну, она и как-то стоит ножками косолапит, это считается признаком сексуальности. В Японии очень сильно, если девушка немножко ноги неровно, она вот так ставит. Так, вот у Штайнера транс, он долбанул на 516 с трансом, это прям классно. А Зидан синий, как будто тоже с трансом, как у Штайнера. Смотрите, здесь через реку можем всякие интересности увидеть. Например, там следы Чокобо. Также земля заболоченная. Вот такое место. Болото, следы Чокобо. Остается мало мана. Сейчас мы с палаткой восполним. Яростно вообще зарубывал всех монстров, не подпуская к принцессе даже на метр. Кстати, у Зидана есть способность защита девушек. Если у Гарнет будет мало жизни, он будет защищать ее, принимая урон на себя. Панацея нам не нужна, но вот так она выглядит.
битва звучит часто, и она классная. А там на той стороне видим еще одни врата, но река тут не позволяет нам пересечь сейчас ее никак, перейти на ту сторону, поэтому, пройдя этот длинный лес, друзья решили устроить привал. Зовем Мугла. Чем могу помочь, Купо? И сделаем то, что... Не зови меня, если я тебе не нужен, Купо. Сделаем то, что... От чего нас предостерегал бро на болоте. Позовем его много раз и ничего не будем просить у него, чтобы взбесить его. Не знаю, знали ли вы об этом и проворачивали. Ну, большинство, думаю, смотрящих, да, но все же, если много раз его позвать, ничего не делать, у него появятся недовольные реплики. Ну, представьте, он улетел куда-нибудь сейчас на забытый континент. Тут Зидан раз, он на всех парах сюда. Бросил там свои дела. Чем помочь? С готовностью помочь. А Зидан там ничем, просто в дудочку решил подудеть. И так не раз, и не два. Ты начинаешь меня бесить, Купо. Новая реплика. Так, ну теперь опять, да, все. Давайте еще раз. Взвесим его. У меня... Что-то там где-то нож, Купо. Не успел прочитать, где. Стой, стой, стой! Куфу! Еще реплика. И все, на ней зациклилась. Думаю, для кого-то это все равно будет новым. Теперь отдыхаем. Тут на краю этого леса классно, замечательно. Зови меня, когда буду нужен тебе, Купо. Ну что, друзья, теперь можно двигаться в пещеру. Уже дальше по сюжету. Но сначала нужно прокачать гарда. Все-таки я должен это сделать. Так, по белой магии. Посмотрели. Поэтому я этим позанимаюсь. Для вас у меня еще, конечно, есть интересные вещи в подшивке, но если вы хотите поделиться с кем-то каналом Виртуозила Геймволд, то я думаю, что лучший способ сделать это... О! Про зелье, кстати, сообщение. Давайте посмотрим, когда у нас новое, но еще не раз возникнет по ходу прохождения. А когда у нас 99 и после боя нам дается, и мы больше не можем взять. Так вот, если хотите с кем-то поделиться Виртуозила Геймволд и подсадить своего друга на игры, на прохождение, которое дает хорошее настроение каждый вечер, я думаю, что лучший способ это сделать, это скинуть ему ссылку на плейлист Final Fantasy 10. Пусть человек познает, что летсплеи могут быть... О, кстати, сейчас Зидан заметили, закрыл. Полезным и интересным. Некоторые говорят, знаете, я не люблю смотреть, как играют другие. Но если просто смотреть, как играют, вот просто играешь, называется, то да, это не всегда интересно. Но когда мы здесь вместе с вами достигаем 100%, относимся к играм как к искусству, это другое дело. Ладно, по поводу предметов уже увидим еще у нас прохождение 4 диска, когда-нибудь выскочит это сообщение. Все тогда, сейчас переходим к подшивкам. Так, друзья, если поговорить с членами оркестра перед боем с Баку, то читаем: «Эй, что происходит?» А также: «Ребят, не думаю, что вам следует драться». Это первое. Второе. Если мы возьмем Штайнера, но не возьмем Виви и попробуем уйти только с ним... То Зидан говорит: «Виви, я забыл о нем». Вот такая реплика.
теперь давайте посмотрим, как выглядит отдых в часовне и в замке Александрии. Так, сначала здесь. Тут прямо посередине устанавливают палатку. У нее очень классный бубон. Это в стиле муглов. Так, хорошо, теперь, друзья, сразу давайте попробуем отдохнуть в замке Александрии. Есть там у меня соответствующая запись в нужном месте, так что сразу туда иду. Не здесь. О, отлично. Так, и смотрим, как здесь выглядит отдых. Свечи все равно горят. Да, тоже очень уютно. Все, у нас сейчас было 4 места, где мы могли отдыхать. Взлом лесу у родника, взлом лесу у корабля, здесь и в Александрии, в этой колокольне. Посмотрели все. И теперь еще одна интересная паршивка. А вот эта интересная вещь, о ней, я думаю, большинство этого не видели. О ней мне рассказал как раз автор перевода Артур Сулейманов. Смотрите. Если, что будет, если проиграть в самой первой битве? Вот я лично не проигрывал, но сейчас уже я посмотрел, что будет. И давайте посмотрим вместе, это правда круто. После этого мне еще захотелось проиграть в битве Баку там, когда мы сражаемся в злом лесу. Там, скорее всего, будет просто гейм-овер, но мы это сделаем и посмотрим в таком случае, как выглядит экран с гейм-овером, и там еще очень классная музыка играет. Так, сейчас мы поможем Баку нас выносить. Ну-ка, давай. А ну, отомсти ему за Сину. Баку даже там нас не трогает просто. Этот ударил Сину, такой, ты че? Будешь бить Сину, будешь иметь дело со мной. А Бланк просто взял и сам себя зарезал, увидев, что двое друзей просто из Тандалуса, ну, пришли к такому. Этот аж в обморок упал от удивления, он просто хотел с ними поиграть, но Маркус отправился за друзьями, уничтожен. Эй, парни, вы стали действовать намного лучше. Мохахаха. Ладно, пошли повторим наш план еще раз. Ничего нет. Должна же быть. Или может быть и он нас должен был добить. Но либо это вырезали, это осталось только в файлах игры. Вот сейчас, друзья, секундочку. Давайте закончим все-таки эту сцену, чтобы точно понять. Да, ничего нет, странно. Но по инфе, которую дал мне Артур. Сейчас даже чекну. Он должен сказать, вот выпейте снадобье, восстановите очки здоровья. Ну, в смысле, Баку должен сказать. Либо нужно, чтобы он нас добил. Так, секунду. Хорошо, давайте быстро сейчас позволим ему нас добить.
часть персонажей вынесу сам, последнюю оставлю ему. Какой-то еще воровать у босса. Это против правил. Так, ну сейчас спотыкнется пару раз. Чуть-чуть придется. Да, давайте его раз наверну. На ковре Танталус здесь в улучшенных текстурах даже под таким углом прочесть можно. Ну, если знать, что там написано, то, в принципе, очертания правильные. Так, конечно, если не знаешь, не прочтешь. Что у нас еще здесь? На поле боя лебедка, картины, двое часов. Кстати, показывающих одинаковое время. Сундучок такой классный там стоит на полках. Так, ну нам остался последний удар. Да, человек в маске. Вот, выпейте снадобье, восстановите очки здоровья. О, во. Я до этого момента не знал, что такое сообщение из Final Fantasy 9, друзья. 10 раз игру проходил. Так, отлично. И теперь... Последнее это проиграем там на корабле и посмотрим Game Over. Давайте проиграем Баку здесь. Будет Game Over, послушаем мелодию. Не будет, интересно, что будет. Ну, я думаю, что будет Game Over, потому что тут уже так, надо нам с тобой. Битва насмерть за свое право свободно отправиться на поиски. Так, мы поможем ему немножко. Сейчас уже... Ну ладно, давайте самостоятельно, да, закончим. Да, здесь просто Game Over, ну, вот так выглядит. Меню с ним. Интересно ваше мнение, что здесь изображено? Пишите. Вроде знакомая нам еще с первой части музыка финалки, но немножко видоизмененная. Она во всех частях немножко видоизмененная. Thank you.
Вот так. Игра окончена. Но только на сегодня. Очень скоро мы продолжим. Виртуозила Game World игры для вас не закончатся. Встретимся в 8-й части. We'll be right back.